Всем привет! Хочу напомнить, что сейчас на канале у меня проходит два розыгрыша. Первый — это новогодний, где будут разыграны вот такие вот три потрясающих просто аука. Общая стоимость призов более 1500 рублей на данный момент. И второй, который пройдет сегодня уже после 15 часов по МСК. Это еженедельный воскресный розыгрыш. И чтобы о них узнать более подробно, заглядывай в описание под видосы, читай, подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии. И, конечно же, побеждай. А я начинаю, собственно говоря, то, ради чего и пишу этот видос. Сегодня я снова на CS Battle. Сегодня какой-то там по счету день челленджа. Перчис 40 рублей. Какой по счету, посчитайте сами. Либо я потом, когда буду монтировать видос, там напишу в заголовке видео, какой он. Ничего не меняется. Ребят, в общем, все точно так же делаем. Сейчас, если контента не получается с этих, блядь, 40, я там депаю еще 160-й. Пытаюсь с них что-то вытащить, что-то выпилить. Нитро. Нихуя себе. Может, мне ее просто уже оставить и все. Хотя, ты ж не забывай, у тебя челлендж-то. У тебя про чё челлендж-то, ёптыть. Ёптыть. Хлоптыть. Блять, каких-то сраных 19 копеек не хватает до одного кейса. 103 рубля нихуя поднял. Вот это я олигарх. Падла, я так давно хотел эту М-ку нитро. Она такая прикольная, но такая дешевая. Поэтому я все это продаю. Продаю. Все. Контент, короче, уже сделан. Все, контент запилен там, да. Шо, больше 100 рублей на Желтый! Аллилуйя. Желтый появился. Так, в общем, чего? Паритетности. Только сегодня мы начнем, короче, с желтого. Я по нем соскучился. Желтый киамонг. Я по тебе так скучал. А ты по мне. Нага. Нага. Нага хорошо. Нага — это хорошо. Посмотрим, что розовый. Ну, в принципе, на 3 хватает. Оставшихся на 3 хватает. Оперативная память. Пацаны, он что сегодня дает? Он что, дает сегодня, блядь? Он что, дает? Короче, розовый сегодня топчик. Розовый сегодня топчик. Дикая моль. Ебать, нихуя. Пацаны, что происходит? Что происходит? Я в аху. Удивлен. Я не то, что вы там подумали, хотел сказать. Я удивлен. Ёб твою мать. Ёб, что себе по лицу ты нашлепал-то, блядь, долбай. Нихера се. Сказал я се. Чё там у майского 500 рублей было, да? То есть мне сейчас надо больше 500 ебануть. Нихера себе тут понападало. Я так давно хочу себе галиль какую-то. Ну и тут вот выпало. И вот и падло 163. Короче, мы это продаем. Так, ну тогда по традиции мы вот этого долбанем. Посмотрим, что отсюда нам упадет, да? По губам гармошка или что-то прикольное. Первобытный соблезвук. 142. Это нормально. Это тоже нормально. Давай мы тебя продаем. Так, у нас есть два. Блять, а где Декстер-то? Где Декстер? Покажи. Покажи мне Декстера, сука. Подожди, а может, знаешь, что сделать? Может, залететь? Блять, что бы сделать? 400, ебаный рот. Такие бабки уже, X10. Что, пацаны, делать? Что сделать с такими деньгами вообще? Я уже... Я просто уже олигарх. Ёпарасоте, блять. Я просто олигарх. Так, запрещенка. Что тут? Что тут курнуть? Черепашек открыть? Да я хуй знает. АВП всем. А чё, почему Декстера-то убрали? Ёпарас. Даркнет. Харкнет. Калашисма. Ребята, напишите в комментариях, где здесь Декстер-то теперь, а? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Кто знает, Декстер вообще ещё живой, нет? Или его убили там в конец Эбола? Чума. Или чума, хуй пойми. Так, может снова... Пискомер вот этих устроить. Просто, блядь, я так долго думаю, так долго
Раз, два, три, четыре. Это будет 200. Еще сотка на суда останется. Ну давай снова пискомер устроим. Так, пока что там был, по-моему, какой? Розовый, по-моему, топчанский. А, нет, или с этого. Ну это хуйня, да? Ну как бы нет. Как бы нет, да? То есть как бы нет. Давай смотрим, красный что даст. Сейчас смотрим, что красный даст. Брат. Ну, как бы тоже такой небольшой, но плюсик там, да? И все-таки плюсик, то есть, ну... Как бы пока два дали плюсик, вроде небольшой. Но это хуйня, вот это я помню. Это я знаю, что это хуйня. Ой, нахер, Донателло, сорян, ты мне не нужен. Давай желтый. Так. Это тоже хуйня, по-моему. Ага. Уйня-муйня. Нейронная сеть. Ну вот это было поприкольнее бы. А, так это почти со 100 рублей мне за 55 выпало, да? Не, это мне вообще не в КФТ, это еще 240. Так, давай мы попробуем тогда... А, давай. Короче, три раза вот эту херню откроем. Откроем три раза. Три раза откроем. Бабки есть, что не открыть. Это вот вроде норм, да? Да, сегодня ты мне падал уже, ты был норм, ты был норм. Давай еще откроем. Все, что тут злобный даймё. Первый скин для контракта. Ах. Еще разок откроем. И потом у меня тут на 3, по-моему, будет этих. Да. Ну да, ебаный насос. Блять. Шо у нас тут по бабосам? 561. Ну чё там, майский? Ну чё ты там? Чё? Ну чё ты скажешь-то? 561, еще на балансе 40. 600, 6 сотен. Понял? Чё ты там? Майский, алло, ты где? Ну, короче, сука, вот тут не хватает 53 копеек. Каких-то сраных 53 копеек не хватает. А этот 140, нихуя скины. Аллилуйя, нихуя нападало. Так, давай, вот это да, вот это сегодня контент, ёб твою мать. Раздуплился сайт. Блядь, нет, на работу не опоздать. Пацаны, я сегодня иду на работу. Я, кстати, вам забыл сказать главную новость. У меня за окном 40, минус 41. И это просто жестяночка. Нистовый даймё. Нормально. И сколько в итоге у нас сейчас? 603 рубля. 603 рубля. Аллилуйя. Ну чё? Владислав Майский. Чё ты там, возле груши снова будешь сидеть там, да? То есть по груши будешь так смачно там дубасить. Ну давай дубась. Вот попробуй теперь переплюнь. Я пятисоточку твою переплюнул. Переплюнул я твою пятисоточку. Так, давай теперь думать, чё. А, в апгрейды. В апгрейды залететь. Так, давай мы сейчас сделаем сливные. Сливные сделаем. Чё у нас там? Так, еще 10 минут мы не пишем, нормально. Давай вот эту особую шмалу. Так, давай, нормально. Балабас, это балабас. Следующая. Давай, ну давай вот тебя на 15 попробуем. Бля, мне бы вот эту. Но... Это тоже хер, да? Апгрейды не заходят. Так, вот этот мы попробуем. Давай на... Если мы тебя на 250, чтобы нам до... Вот, шанс был. 57-72, прикиньте. Ну, мне в любом случае надо 250, чтобы больше 200 было. Вот этот я, может быть, еще, а вот этот надо все равно закидывать. Вот этот надо закидывать. Ну, давай, посмотрим. Как вообще шансы 57% дают, нет? Даешь? Че? Короче, вот это я оставлю, хуй с ним, 50 копеек. Он сегодня на 50... Не, это, короче, да, скажете, вот ты чмошник, ты свои условия не выполняешь там, да. Ты сказала 200 рублей, а тут 50 копеек не хватает, вот ты чмошник. 671 рубль, короче, 671 рубль. В общем, три скина вот этих вот я оставляю для контракта.
Потому что вы помните же, да, что мне нужно 10 скинов, чтобы я сделал контракт. То есть на данный момент можно до 2000, а мне нужны перчатки конкретно. Мне нужны конкретные перчатки. Поэтому здесь надо делать побольше. За такую сумму перчаток нету. Ребят, в общем, на этом все. На этом сегодня я остановлюсь. Я, в принципе, доволен. То есть все, что... Ну, сегодня, конечно, я доволен. Хуя там бабла поднял там, да. Ох, ребятки, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, участвуйте в розыгрышах, выигрывайте, конечно, призы. И всем пока и до новых встреч.